Эй, ребят, всем привет! В видосе про Burnout Paradise я мельком упоминал про Flatout и говорил, что никогда не играл в игры этой серии, и в свое время они просто-напросто прошли мимо меня. Весь мой фокус внимания был направлен в сторону Most Wanted и Carbon. И вот недавно я подумал, а почему бы и не поиграть, собственно, ведь этот тайтл, не побоюсь этого слова, легендарный, учитывая любовь фанатов к этой франшизе. А если быть точнее, то конкретно ко второй итерации этой гоночной аркады – Flatout 2. Насколько я знаю, эта часть у фанатов самая любимая, поэтому я ее и выбрал. Была мысль для обзора взять доработанную вторую часть Flatout 2 Ultimate Carnage, но в итоге я взял оригинал, дабы прикоснуться к этой игре в первозданном ее виде. В этом видео я попробую рассказать вам об этой игре и своих впечатлениях от нее с точки зрения человека, впервые поигравшего во Flatout 2 в 2023 году. Игра была разработана студией Bugbear Entertainment на собственном движке Bugbear Game Engine и вышла летом 2006 года на ПК, PlayStation 2, Xbox Original и Xbox 360, и уже где-то спустя полгода продалась тиражом в миллион копий. Игра начинается с того, что нам дают на выбор двух героев, мужчину или женщину. Непосредственно на ваш игровой опыт этот выбор никак не повлияет, но деталь любопытная. Карьера поделена на три больших раздела – дерби, гонки и стритрейсинг, которые в свою очередь делятся на чемпионаты. Поначалу доступен только первый режим карьеры – дерби. Чтобы открыть другие два, в первом нужно выиграть несколько чемпионатов. Хотя, ладно, тут для этого даже не обязательно приходить на финиш первым. Очки, ну или деньги, тут зачисляются за максимально агрессивное поведение. Разворошил как можно больше соперников? А ты хорош. Вот тебе деньги и пачка новых заездов. Игра буквально подталкивает тебя к ультранасилию, ибо если ты хочешь, чтобы были деньги и нитро, миссии всех. Но и боты тут не простачки, надо признать. Они постоянно тебя подрезают и всячески пытаются тебя спихнуть с трассы. Останавливаться подробно на каждом режиме карьеры я не буду, так как все три режима здесь это обычные кольцевые гонки, которые отличаются лишь, скажем так, степенью убитости авто, на которых вам предстоит проходить эти заезды. В дерби вы гоняете кругами по грунтовке на ржавых корытах и участвуете непосредственно в самом дерби. В режиме гонок вы наворачиваете круги по грунтовке и иногда по асфальту на немного менее убитых авто. А в стритрейсинге заезды на дорогих блестящих машинах по асфальтированному дорожному полотну, но иногда и тут асфальт порой пропадает. Что касается тюнинга, то он здесь конечно есть, но только технический. Вы можете улучшить коробку переключения передач, либо подвеску. Перекрасить машину, либо добавить на нее какой-нибудь винил, здесь не получится. И конечно же режим, который, как мне кажется, является визитной карточкой игры, в котором нужно запускать своего водителя куда-то в верхние слои атмосферы. Управление в этом режиме, как мне показалось, не самое интуитивно понятное, и он мне, если честно, не очень зашел. Не знаю почему, просто как-то не нашел он внутри меня отклика, но, конечно, я понимаю, почему это нравилось людям в то время. Это неплохо так разбавляло, будем откровенны, очень однообразный игровой процесс основной игры. Но это проблема в целом почти всех гоночных игр, и в том же Burnout Paradise, о котором я в основном отзывался тепло, было бы здорово ввести что-то похожее. Это хотя бы немного разнообразило общую монотонность. Модель повреждения машины во Flatout 2 вполне себе неплохая, по крайней мере для 2006 года это все выглядит весьма добротно. Разбить до неузнаваемости, конечно, у вас машину тут не получится, но знатно так побить вполне себе выйдет. Для этого даже не обязательно заходить в режим дерби. Здесь и в обычном заезде в вашей машине с вероятностью 100% будет нехорошо. Физика поведения авто в игре весьма специфичная. Да, в основе своей она аркадная до невозможности, но есть в ней один элемент, который, казалось бы, вот он, лежит прямо на поверхности, но тем не менее я долго не мог его выявить для себя. Этот элемент – непредсказуемость. Хотя этот эпитет применим в целом ко всей игре. Сейчас попробую объяснить, как я это вижу. Вне зависимости от класса авто, на котором вы гоняете, все машины ощущаются плюс-минус одинаково. Какие-то сносят на поворотах сильнее, другие чуть более податливы. Но общая картина перед моими глазами сложилась такая, что машинки тут по большей части управляются примерно одинаково. И тут вы меня спросите, и где тут непредсказуемость, о которой ты говорил?
Так вот о ней. На какой бы машине вы ни ехали, во время гонки автомобиль как бы немного скользит. Дорога будто вымазана слоем киселя, и вкупе с довольно агрессивными ботами и множеством всякого хлама, разбросанного по трассе, это может порождать различные забавные ситуации. Особенно непредсказуемо тачки ведут себя при прыжках на трамплинах, а если быть более точным, при приземлении. Каждый прыжок как лотерея, ты не можешь знать на 100%, как именно поведет себя машина при контакте с дорожным полотном. Машину просто либо жестко расколбасит по треку, либо авто поедет дальше, как ни в чем не бывало. Вот знаете что, среди гоночных аркад того времени, Flatout 2 это такой жесткий панк в рваных обоссанных штанах и фингалом под глазом, который максимально смачно сношает систему и кладет на все свой немытый болт. Я пришел к этому умозаключению, когда на всей скорости, снеся сетчатый забор, моя машина не только потеряла скорость, но при этом еще и потеряла управление. Для меня это был шок, потому что во всех гоночных играх до этого сетчатые заборы сносились так же просто, как если бы на их месте стояли кегли для боулинга, но не во Flatout 2. О нет. Каждый раз, видя впереди сетчатый забор, ты будешь нервно оглядываться, пытаясь найти путь обхода, но когда будет уже слишком поздно, твоя машина будет лежать где-то на обочине. Flatout 2 – это игра, про которую на самом деле не имеет смысла говорить. В это нужно просто играть. И играется это в целом весьма увлекательно, но быстро наскучивает. Трассы часто повторяются, и музыки хотелось бы побольше. Она тут классная, но ее мало, и уже на второй час игры начинаешь замечать, что слышал эту песню уже раз 5 за последние минут 40. Буду ли я дальше в нее играть и проходить на 100%? Нет. Несмотря на то, что она мне в целом зашла, Flatout 2 все-таки не резонирует у меня внутри. Я уверен, что если бы я ознакомился с ней еще в детстве, то отзыв был бы куда теплее и комплиментарнее, как у меня получилось с обзором Burnout, которая, конечно, тоже не без проблем, но с ней меня связывают теплые воспоминания, чего, к сожалению, не сказать про Flatout 2. Попробую поиграть в Ultimate Carnage, может она мне зайдет лучше. И на этом, друзья, у меня все. Залетайте в группу в Телеграме, у нас там уютно. Увидимся в следующем видосе. Пока.